Стратегия действий. Специальный репортаж. Здравствуйте! В эфире Радио Грант. Специальный репортаж. У микрофона Алина Топалова. В Узбекистане началась традиционная экологическая неделя 2017. По данному случаю состоялась встреча в Международном пресс-клубе. Спикерами заседания выступили заместитель председателя Госком экологии Республики Узбекистан Уктам Утаев, заместитель спикера Законодательной палаты Аль-Маджлиса Бари Алиханов, а также исполняющий обязанности постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Фарид Караханов. Эко-неделя традиционно приурочена ко Всемирному дню окружающей среды, который отмечается 5 июня согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН с 1972 года. Этот день стал заметным и мобилизующим событием в международном экологическом календаре. Он вносит свой вклад в углубление знаний о путях сохранения и улучшения окружающей среды. Отмечу девиз Всемирного дня окружающей среды в этом году «Я с природой». В экологической неделе предусмотрено проведение встреч, экологических акций по уборке территорий и других мероприятий широкого спектра во всех регионах Узбекистана. Все они нацелены на повышение осведомленности жителей страны, особенно молодежи, для стимулирования интереса и действий по защите окружающей среды, а также рациональному использованию биологических ресурсов. Кушит Рустамов, руководитель отдела устойчивого развития программы развития ООН в Узбекистане. Представитель программы развития ООН Республики Узбекистан на сегодняшний день запускает две крупные проекты технического содействия. Первый проект – это совместно с Государственным комитетом по архитектуре и строительству по повышению энергоэффективности сельского строительства. Принята огромная государственная программа по строительству сельского жилья. Данный проект нацелен на продвижение механизма зеленого ипотечного кредитования и тем самым продвижение энергоэффективности сельских домов. Общая сумма проекта составляет 6,2 миллиона долларов США и финансируется со стороны Глобального экологического фонда. Второй проект, который мы планируем запустить, это совместно с Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды. Этот проект по сохранению популяции снежного барса. Данный проект охватывает две охраняемые территории. А целью проекта, как я уже сказал, сохранение биоразнообразия, в том числе снежных барсов Республики Узбекистан. В выступлениях спикеров отмечалось, что Узбекистан стал активным участником глобальной природоохранной политики, реализуя задачи всемирных деклараций, конвенций и других соглашений ООН в сфере охраны окружающей среды. Как отметили спикеры, в целях обеспечения экологической безопасности и развития социальной инфраструктуры, обеспечивающей улучшение условий жизни населения и решения других задач, предусмотренных в стратегии действий по 5 приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан, в 2017 и 2021 годах приняты указ президента Республики Узбекистан о совершенствовании системы государственного управления в сфере экологии и охраны окружающей среды, постановление президента Республики Узбекистан о мерах по обеспечению организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и о мерах по кардинальному совершенствованию и развитию системы обращения с отходами на 2017 и 2021 первые годы. Также очень широко обсуждался вопрос аральской проблемы. В связи с этим я хотел бы сказать, что программа развития ООН совместно с другими агентствами ООН запустила в феврале текущего года совместную программу по содействию населению, пострадавшего в результате кризиса Аральского моря. Хотел бы отметить, один из ключевых целей данного проекта – это создание многопартнерского целевого фонда по оказанию комплексного содействия путем привлечения международных партнеров, а также национальных партнеров, оказание содействия региону Приораля. В заключении заседания отмечалось, что одной из задач экологической недели этого года является именно привлечение внимания к вопросам экологии, а также повышение интереса и активизация участия каждого гражданина в процессе охраны окружающей среды.